Хорошо. Такое страхиття. Почернило, он кажет, ну ли видно конкретно. Да, вот этот, что включен. Вот это, да, да. На новый как раз. Да, а вот это что? По идее... Ну какой-то мягкий провод, куда вытянули. Наверное, ну включите его еще раз, я проверю стиралку. Может быть стиралка? Короче, память закончилась, в итоге ничего не записывала. Думал записывать, ничего не записала. Динейку поставил, бы они на проводах торчали, как попало. Сейчас заеду, сейчас работу. Сейчас заеду за вами, сейчас я тут на этом... За мегацентром, сейчас доделаю работу, уже доделал. Дособираю. На поликлинику, на детскую? Да, до стиралка. А это, по идее... Угу. Хорошо. Давай. Короче, типа, автоматы висели, как попало, болтались. В итоге нельзя было включить, потому что упирались в корпус чехла. Все? Все работает? Да. Сейчас, ну, один. Консультация. А... Дело в том, что на стиралку отдельно здесь сделано. Может, как бы... Тот, что на стиралку перекинуть, на, и чтобы вместе с духовкой было. Да там же просто провод мягкий, а там жесткий. Не получится, да? Ну, нагреться будет там. То есть лучше пусть будет отдельно. Ну да. Угу. Получается два автомата на всю квартиру. Это в итоге 50 ампер, ну, в принципе. Так, чтобы этот провод выдержал, который идет вот до автоматов, 50 ампер. Откуда этот? А он, это на ваш рубильник идет, это вообще скрутка какая-то. Хрен его знаешь, что это за скрутка, не знаю, сказать. В принципе, все працює. Пошло. Все, уже автоматы падать не будут. Тимофей, иди. Работа такая у меня, быстро управляться, а не сидеть на каждом объекте. Это надо будет как-то его сюда придавить. Сейчас, о, все пошло. Да. Карина, иди в руки. Все, держится. Отлично. Давайте 450 двигателей, как договаривались. Угу. Сдачи не будет точно у меня. Что? У меня сдачи не будет, 50 гривен. Может, вам на карту сброшу? Бросьте мне номер карты, я сейчас сброшу вам. Если нету без сдачи, тогда на вайбер мне сбросьте. Я сейчас в машину спущусь. Перекину вам на этот. На карту 50 гривен. Обращаться в следующий раз, да? Да, электрика, сантехника.
Ну, есть, да, ребята. Все, сейчас вы номер карты сбросили, да? Да, сейчас разберу. Ага. Все, спасибо большое. Да, до свидания. Опять. Шоке. Ну хоть результат видно. Ладно, пока всем.